Всем привет, с вами Темный Ниндзя. Продолжаем играть Лангрейсер Мобайл. И сегодня мы с вами будем завершать историю Шерри во Вратах Судьбы. Седьмая этапочка. Я лучший воин. А что нам надо? Все стражники выжили. Сразить дьявольского короля за 5 ходов. Да, это явно сразу не получится сделать, скорее всего, так как мне надо, чтобы Шерри открыть бонд на атаку. Нужно Хейна взять, а чтобы Альмеди открыть бонд на атаку, надо также взять еще и ее. То есть получается у меня Хейн не прям сильно раскачан, Альмеда тоже. То есть минус 2 получается места. Сколько я смогу в бой взять, я пока не знаю. Так, ну и мы поедем дальше, значит. Генерал, князь Тьмы опять вернулся, что нам делать? Проклятие, этот монстр уже атаковал, кажется, множество раз, но в этот раз, боюсь, мы проиграем. Я не знаю, куда опять пошла принцесса Шерри. Такая головная боль. Все. В любом случае, надо держаться. Если провалимся, принцесса Шерри потеряет свой дом. Это Кальсет после войны? Другими словами, мисс Шерри после войны за Лангрейсер продолжает рисковать? Конечно. Потом на следующем сражении, еще известном как сражение сильнейших, Шерри убила князя Тьмы. Не отвлекайся. Этот здоровяк готов напасть на нас. Ха-ха-ха-ха, ребят, пришло время идти. Да. Сдается мне... Все не так-то просто, да? Ах ты ж. Что мы будем делать, ребятульки? Будем импровизировать, да? Сейчас вот что мы сделаем. Быстренько сменю шмот. Скоро вернусь. Итак, это снова я. Здрасте, здрасте всем. Так, значит, мы берем Хейна. Берем Альмеду. Шмотик я перекинул, но хоть какой-то да будет от них прок. Ну и оставим танка, пускай танчат, только единственное, что дадим ему экзорцистов. Итак, ну, будем, наверное, как так, да? Леден как раз будет у нас против демонов. А задачка у нас. Стражники выжили. И за 5 ходов короля бахнем, да? Но он явно, я думаю, не пойдет, да? А нет, дальность 1. А, ну правильно, он может такого же, как он, призвать. Супер. Ладно. Поехали, куда нам деваться. Будем что-то делать. Ого, какой яростный здоровяк. Не отставайте. Приключения с компаньонами самые лучшие. Ничего лучшего в этом нету. Так, а этот у нас... А, тоже так, да? Супер. Супер, отлично. Только что-то нифига не достаю. Ладно. Полетели. Супер. А, сломал тебе ногу, да?
А, ну да, конечно, под защиту-то я не попал. Не ловимся. Так. Снижает защиту, маг защиту. А, иммунитет. Вроде никто ее не накладывает, но ладно. Куда это ты собрался? Ух, вонючка. На моих, значит, солдатиков. Вот подлец. Дерись со мной, будь мужиком. Я твой враг. Давай, давай. Потихоньку продвигаемся. Ко-ко-ко-ко. Ух ты. Опа. Здрасте. Вот так здрасте. Ух, звер. Ну-ка, ну-ка, получи-ка. Целься вправо, едь налево. Так я сделаю пиво. 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 Какой ход? Никакой. Та-дам! Мы сделали это. Какое чудесное завершение. Ха-ха, после приключений мисс Шерри даже у меня вскипела кровь. Это было не очень приятно. Как это может закончиться здесь? Хотя память Шерри здесь, но нас ждут и другие приключения в реальном мире. Ты будешь с нами в будущем, храбрая Шерри. Это уж точно. Эй, принцесса Шерри. О, этот голос. Бедный Кейт. Принцесса, послушайте меня, снова. О, мистер Кейт опять стал минотавром. Пожалуйста, хватит с вас приключений. Целая страна ждет вашего правления. Ха-ха, заткнись. Вот так вот весело закончилась глава Шерри. Надеюсь, это видео было вам полезным и интересным. Ну а с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.